не подскажете, куда нажимать, чтобы выбрать команду? Смотри, здесь сервак для матча, здесь люди договариваются, потом играют 1-2 или 3-3. Если ты хочешь просто поиграть, тебе надо идти на публичный сервак, там сразу дать будет. Понял. Короче, он слишком долго говорил. Да, нет, скорее всего, еще доплачивают за скачивание. Одну тему. Я в 2015-м зашла как-то на 5 минут и до сих пор тут тусуюсь. Что за херь? Время не отпускает. Ну это пиздец какой-то. Ну, походу, да. А есть антимагия какая-то, нет? Кажется, нет. На сходку сходи. Так не поможет смысл. Ну да, вы-то тут вообще все старые. Ну, я имею в виду старые в плане долго сидите, так скажем. Нет, я просто как сейчас помню, квартира мне говорила, в 15-м году ты никогда не научишься играть в эту игру, так что... Я такая, да не, научусь. Я не научилась играть, но тем не менее до сих пор тут. Ну да, действительно, полжизни. Не, ну, прикольно. Ну, я имею в виду про тебя. Да забей, ничего, это и так. Я просто все время думаю, что должно такого в мире произойти, чтобы я вообще никогда не включал эту игру. Походу дела ничего уже. Охуеть от меня избавляться. Ну типа, я не знаю. Ну да, наверное, поэтому. Нет, я недавно здесь зашла на сервер Anita Link. Мне очень нравилось играть там с квартирой, и, по-моему, даже с Энтры заходил. И, может, Эйвил тоже со Светой были. Ну, в общем, на этом сервере много там было всяких карт, мы что-то играли, я туда зашла, такая ностальгия. Это классно. Но там вообще... Блин, нет, привет, по-моему, тебя не было. Ну, я, может быть, не помню, потому что мы с тобой не общались никогда, только вживую тогда познакомились, когда ездили в гости, помнишь, тогда встретились у Эйвила, ну, со Светой, и все. А до этого же мы не общались, я не помню просто. А с квартирой мы прям плотно общались, и мы все время на этом сервере тусили, короче, квартира выносила нубов, а я бегала за ним как хвостик. Это было очень весело, разные карты. Тут зашла, думаю, прикольно, такая ностальгия. Ну там вообще никто не играет. На Литолекте, по-моему, там вообще уже никого нет. Да, да, но это жалко, там такие есть просто клевые карты, реально. Ну, может быть, это просто для меня клевые, потому что, знаешь, ностальгия. Вот. Ну, реально классные карты. Я думаю, блин, там, как бы было круто. И стимлап, нет? Нет, нет, там много других карт, и многие там играли, я точно знаю. Просто, может быть, забыли или что-то. Там есть именно Anita Link сервер, который Classic Maps, и там вот все такие классные карты, ну, практически все. Вот. Ну там сейчас нубы какие-то, два человека заходят, и все. А раньше там было очень много народа. Там был сервер с небоскребами нормально, с ханов. Угу. Ну было очень весело прям. А, ну еще этот был прикольный. Блин, как же карта называется? Угу, я вот тоже думала, как же карта называется? Посередине дом.
Снайпер какой-то, что-то такое. Там еще был бункер. Я не знаю, Спак, ты играл там или нет? Не помню. Ну да, играл вроде, заходил, честно говоря. Да на Little Link все играют. Ну да, Я на небоскребах играл, помню там. Да, да. Блин, не помню, как называется. Там такие названия, конечно. Ну каждая карта прям уникальна, но круто. В общем, жалко, что таких карт, ну, не играет никто больше. И серверы, конечно. Жаль, что такое. Там нормально сейчас, много карт. Спак, будь здоров. Да, Hell 2 DM нормально, но там нет таких карт, понимаешь? Там карты, ну, такие себе. Если бы вот соединить... Да, если бы паблик HLDM соединить с Нитролинг по картам, было бы вообще идеально просто. Мне кажется, бы никто не уходил оттуда. Ну, мне кажется, просто у Нитролинг именно Classic Maps, там прям классные карты. Вот. Другие, там еще три сервера, а там не очень. А эти, ну, крутые. Просто мало кто о них знает или забыли, я не знаю. Мало кто играл. Что-то Егоры приуныли. Блядь. Рашит надо, блядь, заимикаться. Yes. Yes. Ну, Бо прям очень хорошо уже стал играть. Мне кажется. Он много со мной играл. Скромняга, Спак. Приедешь на сходку, я тебе дам медаль за скромность. Но ты не приедешь, так что облом. Не видать тебе медали. Локдаун тоже еще не играли. Мы с Приером его пикнем, если не забанят там. Его нету.
третья. Вторая была Охт от Егоров, а первая овер от Уэллса. Надо было несколько хопов ставить. Thank you.
Red team wins!